часто называем. И в дальнейшем вот эти вот карты я хочу сделать, используя вот эти карты, дидактическую игру. Например, задаем вопрос, и чтобы потом уже вы выходите для этих профессий, а потом задать уже вопрос, например, орудие труда для этой профессии именно. И потом в процессе уже выходили орудие труда. Я здесь все сломала. И... Так. И самые редкие, которые называют, это вот система профессии «Человек-знак», о которых очень мало знают. Сюда входит программист, последний план внизу у меня на данном месте. И бухгалтер, диспетчер и фармацевт. То есть программист, ИПТ, она внизу, она есть. Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста в основном правильно представляют структуру трудового процесса. Наиболее высокий уровень представления они имеют о самом интересном для них профессии. Дети называют, называют от 3 до 6 предметов, нужных людям определенных профессий для работы. Называют им необходимые психологические качества. Например, учитель должен много знать, инженер уметь думать. Если летчик, например, должен учиться, чтобы не бояться. Дети легко называют и трудовые действия, раскрывая последовательно весь процесс труда. Например, водитель проверяет мотор и колеса, включает зажигание, держит руль, следит за дорогой, едет куда надо. Огромную роль в формировании правильного представления о труде играет семья. В семье создается наиболее благоприятная обстановка для выполнения задач трудового воспитания детей. Большинство детей знают наименование предприятия и учреждения, где работают их родители. Некоторые дети наименование предприятия заменяют недифференцированными на работе или названием должности отца или матери. Определяя содержание труда родителей, большинство детей начинает отдельные трудовые действия. Например, носит машину, собирает приборы, стирает приборы и так далее. Таким образом, основными средствами формирования психологической готовности ребенка к труду является оформление с трудом взрослых, его результатами и организацией доступных видов трудовой деятельности, соответствующих их возрастным и индивидуальным возможностям. Содержание и методы обучения определяются в детском саду программой учебно-воспитательной работы, а в семье – особенностями домашнего уклада, образа жизни и всей совокупностью представления родителей о ценности человеческого труда. Формирование правильного отношения к труду, окружающих и к собственному труду имеет важное значение для развития нравственных качеств личности ребенка. Под влиянием знакомства с другими взрослыми ребенок усваивает общественную значимость труда, и при правильной организации воспитательной работы его собственный труд начинает определяться общественными мотивами. Сложившееся в детском возрасте правильное отношение к труду позднее сказывается на всей учебной и трудовой жизни человека. Thank you.
учителя школы. Какая игра фантазии и свободы реализации замысла и вы можете ощутить себя честью свободы реализации замысла игры и позволяет ребенку ощутить себя честью взрослого мира, сложить свою другую агрессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро будут доступны. Совершенно игры помогают осознать основную мотивы и цели профессиональной деятельности взрослых. Другая особенность уже даже не в том, что она носит творческий характер. Творческие способности детей проявляются уже в том, что они создают замыслы и разворачивают сюжет игры. Творчество в данном виде игры выражает еще и тем, что дети отображают профессии и трудно с собственной точки зрения. То есть, как они видят его, но при этом она ограничивается игровыми правилами. Сюжетная игровая игра является коллективной игрой, в процессе которой дети сами устанавливают игровые правила, стыдятся и выполнение регулируют взаимоотношения. Дети воспроизводят в игре не только трудовые действия игры, но и взаимоотношения людей в работе. Дошкольные возрасты, например, конструкторская игра начинает превращаться в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок конструирует, создает, строит что-то полезное, нужное в ОТО. Такие игры дети усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства предметов. У них активно развивается практическое мышление. В игре ребенок учится пользоваться многими инструментами и предметами домашнего обихода. У него получается развивать способность планировать свои действия, совершенствовать срочные движения и мысленные операции, воображение и представление. Для взрослых игр в ближайших лет дети этого возраста, дети младшего возраста, и охотно играют более сложные, старшим возрастом, играют более сложные игры, отражая охвату работы, представление данных профессий. Был этот диалог изучает каждого ребенка. Ему интересно избранные способности его перечень волнуется с тем, чтобы найти правильные пути и средства развить его личности, что он может явить в первой ступени социализации только на школе. Поэтому знание ответственных вопросов должны заниматься одной из ведущих мест благородной работы детского сада. Кроме того, подготовление детских вопросов и отдельными записями должно осуществляться не на уровне отдельной задачи, а как целостный органический процесс. Социализация ребенка до школьника проводится в большей степени через игру как самый близкий, доступный, интересный для детей и деятельности. Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строит в самой игровой основе, а сюжетная игра позволяет конкретизировать и расширять представление детей о разнообразной деятельности взрослых, их взаимоотношения с другими людьми. Играет отражение жизни. В играх есть возможность воспитывать уважение к трудовому стилю, указать полезность результата труда для окружающих людей, вовлечь детей в трудовой процесс, так как игра и труд часто, естественно, объединяются. Создавая своими руками необходимые для игры атрибуты, ребенок открывает и развивает свои способности. На этой основе рождается внутренние чувства, награды, знания и мечта. Подготовка к играм профессии идет везде. Где только ребенок может знакомиться с теми или иными качественными специальностями, накопить необходимый объем информации, пусть даже минимальный, но исходя из которой можно распознать в игре отдаленное подобие данного вида человеческой жизнедеятельности. Таким образом, через игру закрепляется интерес людей, разных детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Сюжет на другую игру с функциональной точки зрения можно рассматривать как подготовку ребенка к участию в общественной жизни в различных социальных полях. На основе указанного выше следует, что сюжетная игра – основной вид деятельности детей, в которой они отражают полученные знания профессии. Это ведущее средство воспитания необходимых для трудовой деятельности человека характера, общительное стремление с другими детьми осуществлять свои замыслы, умение сообщать жизнь и работать. Содержание игр, выполнение ролей, подчинение правилам поведения и развитие игровых и действительных взаимоотношений, согласование действий с другими играющими и оказание друг другу помощь. Все это способствует формированию детей в нравственных качествах, творческих взаимоотношений, что необходимо в дальнейшем профессиональной деятельности человека. Польза сюжетной игры заключается в том, что она эмоционально насыщена, а если игровая деятельность представляет радость и выполнение ребенку, то это является положительным стимулом для освоения чего-то нового и закрепления, ранее приобретенного знания о профессии. Таким образом, сюжетная игровая игра является проводником для детей дошкольного возраста профессии. Просто назовите меня. Умный, компетентный,
творчество, доброе, спокойное. Спасибо. Вот вы все знаете. Да? А теперь я попрошу вас написать вот самое важное качество для вас, для педагога. Нет, можно несколько. Вот какие для вас важные? Вот у кого-то несколько будет. У кого-то может быть одно качество, а у кого-то 10. Я не знаю. Вот важное качество. На каждом листочке одно качество. Вот прям несколько можете взять. Пишем важные качества для воспитателя. Кто-то взял один листочек. Сколько попадется? Сколько попадется? А может быть для кого-то это прям вот 25-30 важных качеств. Нам их достаточно, как говорится, Теперь посмотрите друг на друга, пожалуйста. Посмотрите на эти качества, которые вы написали. Вот теперь я смотрю на это качество и вижу этого человека. Я подхожу ему и даю вот это качество. То есть человек видит по этим качествам себя. Не поняла. Вот это качество, которое я вижу, написала. То есть если я ему даю, значит у него этого качества нет? У него это качество есть. И вы ему даете. И он видит себя по этим качествам. Да, вы все переходите. Если это я вижу, да? Да. Вот, это ваше качество. Это вы выходите сами? Да, выходите сами, даете. Это ваше качество. Я заново знаю.
Нет, 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 это серьезно. А кто-то бывает такой, что напишет это качество, но не найдет человека с этим качеством. Такое тоже может быть. Далее. Вот теперь кто получил эти качества, он видит себя. Спасибо большое за высокую оценку, мои дети. Уважаемые коллеги, в рамках нашего спецсовета проводилось интервьюирование наших детей по подготовительной группе. Давайте посмотрим, что у нас Бухгалтер. Бухгалтер. И еще у нас преподаватели сейчас.
быстрым? Ловким. Ловким. Хорошо видеть. Хорошо видеть. Знать все марки машин. Хорошо, молодцы. Хорошо, тогда у меня к вам другой вопрос. А знаете ли вы, кто такие военнослужащие? Какие профессии военнослужащих вы знаете? Что есть ребята, которые не могут сразу ответить, да? Мы видим, что теряются слова, не могут подобрать о профессии, поэтому наша работа, она была актуальна. И одним из выводов, которые я все-таки сделала для себя, больше уделять внимание социально-личностному управлению, то есть, а где работают ваши родители, разговоры о семье. Нам нужно это направление больше и больше на него обращать внимание, потому что мы обучаем детей, может быть, важным вопросам жизни, но то, что рядом с нами, то, что вокруг нас, наши ребята не всегда могут ответить. Но хочу поблагодарить всех вас, кто неравнодушно подошел к нашему такому огромному мероприятию. Мы готовились больше 2 месяцев. О том, что это такая огромная работа будет проведена в нашем саду, было запланировано, когда мы принимали годовой с вами план, мы говорили об этом с вами. И поэтому в рамках данного совета была проведена тематическая проверка. Мы посмотрели занятия во всех группах, это была не занятие, а игровая деятельность по ранней профориентации детей.
подруга проходила у нас с 13 ноября по 24 официально. Согласно годовому плану, значит, была создана комиссия. Цель проверки была совершена за предпоследовательную работу в дому. И руководство педагога игры на детей и поведение ребенка в игре были основными направлениями, которые в данной работе мы рассматривали. Осуществлялось оно в результате показа открытой игровой деятельности согласно графикам. Были просмотрены игровые проекты во всех возрастных группах параметров реализационной работы в ДОУ. Первая группа – это поездка в деревню, автозаправка, вторая группа, третья группа – торговый центр, четвертая группа – спа-салон, пятая группа – стройка, шестая – диагностический центр, седьмая группа – детский сад, восьмая группа – МЧС, девятая – банк, десятая – путешественный зоопарк, одиннадцатая группа – аэропорт. Хочется отметить многообразие выбранных игровых ситуаций, широкий спектр профессий, о которых на протяжении проектной работы была предварительная работа. Изучив предварительную работу, которая нашла свое отражение в календарных планах на октябрь и ноябрь, также подготовленные брошюры по итогам проведенной работы, были сделаны следующие выводы. Педагогами разработаны карты изучения профессии, там были названия, профессии, место работы, медицинские, труда, фирменная одежда, трудовые действия, личностные качества, результат, да, пользы для общества, что принесло в работу по организации по организационной работе, то структуру и систематизацию знаний детей. Предварительная работа расписана по видам деятельности, игровая, познавательная, исследовательская, коммуникативная, продуктивная, двигательная, чтение художественной литературы, трудовая, что соответствует ФГО, что позволило провести ознакомление и рассмотреть изучаемую профессию со всех сторон. Педагогами составлены план мероприятий по работе с родителями, как первыми помощниками и подготовки к непосредственной игре. По итогам просмотренных игровых ситуаций были сделаны выводы, что все группы очень постарались пополнить развивающую среду для полноценной игровой деятельности. Запоминающимися моментами были сшиты новые костюмы в 1, 7, 5, 8, 2 группе, сделаны руками родителями АЗС во 2 группе, вешалками костюмов. Команд в 5-й группе, настоящий спа-салон с многочисленными атрибутами в 4-й группе, удивил нас банк количеством пластиковых карт и буклетов, и различные техники, которая была для этого необходима. Вот, почти во всех группах прослеживалась проблемная ситуация. Почему надо играть ребенка именно в эту игру? Зачастую были слова: мы сегодня будем играть. Также комиссия отмечала недостаток методов и приемов по распределению ролей не во всех группах, через жилье, через считалку или заправку, или по желанию. Многими педагогами игра была заранее продумана и проводилась согласно задуманной ситуации. Не хватало некоторой спонтанности и как бы дети отреагировали на данную проблему. Недостаток использования предметов заместителей. В некоторых группах наблюдалось недостаточное владение ролевой.